сожалению, в России школа звукозаписи и вообще музыкальная индустрия еще недостаточно развита, а мы хотим учиться у лучших, и поэтому едем в Англию. По определению, там люди гораздо, у них шире кругозор просто. Они знают больше, они умеют больше, и вот и все. Надо у них учиться, а не у нас. Мы все равно уже русские, как бы, ничего не сделали. Самый выдающийся человек, в моем понимании, в России, саунд-продюсер, который записал альбом с группой Мумитроль. То есть он как бы молодец, группа Мумитроль тоже молодец, но это потолок, как мне кажется. Мы все-таки хотим, чтобы человек там с Depeche Mode работал бы или чем-нибудь таким. Когда мы альбом писали, вот мы жили месяц вместе, и там было затемно, но мы не выступали между тем, как пили, а записывались. Каждый день. Еще было интереснее. Сегодня было очень хорошо, да, было давай. Много людей, и прям как-то от них веяло энергии. Было круто очень, да. Мы группа Куку, слушайте наши треки на радио Субстанция.